Короче, небольшие строительные работы сегодня ведутся, но я вам покажу самое интересное. Вот, это я. Ладно, не я. Сейчас. Это вот у нас... Что? Это у нас сад. Тут, короче, у нас водичка. Там колодец. Не знаю, видите вы или нет. Он прям вот вон там. Вот, вот он. Я к нему делала крышку лет 10 назад. Тоже сидела, пилила. Гвоздиками все втыкала. Тут у нас мангал. Стул стоит, надо занести его. Тут душ. Тут душ. Кстати, надо будет сходить помыться. Там мама в малине роется. Тут баня. Баня. Я вам внутри бани не буду показывать. Мне сейчас брат живет. Если я покажу, мне прилетит. Тут у нас сгнившие половицы. Хотя терраске всего там не знаю сколько лет. Тут летний домик. Короче, тут у нас навалено. Тут работы всякие ведутся. Мама высаживает цветы. Это вот эта вот красота облезлая. Это вишня. Вот, в домике охрененно большие окна, если вы заметите. А вы заметите. Тут тоже навалено. Вот, вот это я вам хотела показать. Это камин. Камин, который мы с мамой выкладывали сами. Тут бредень висит. Всякие травы сушатся, ну, для антуражу. В основном занавесочки. А вон тут камушки разные. Вот, он топится иногда, если сюда приезжаю, когда холодно. Тут шкаф. В шкафу у меня было нарисовано, короче, были нарисованы кошки. Оп, эй, труба. Вот. Ну, а их сейчас завесили, вы их сейчас не увидите. Вон там вот косик пилят. Это мои игрушки детские. Пок. У меня еще тигренок был. Я этот тигренка, по-моему, оторвала, потому что мне он очень нравился. И я решила, что он мне самой нужен. Пок. Коляска уже не коляска, это инструмент. Тут вот так вот наш дом выглядит. Тут, короче, живет тетя Маша. Следующий дом Нина Семеновна, дальше домов нет. Вот тут гора. Ну, отсюда ее не видно. Не видно. Это наш сарай с, так сказать, лица. Там он, тут проход. Это наш погреб. Мы там храним всякие вина, соленья, всякое такое. Ну, он тоже, кстати, прикольный. Можно в него сходить. Сейчас придем. Бах. Бах. Смотрите, кого поймала. Это ящерица прыткая. Мы ее сейчас, конечно же, отпустим. Такая маленькая, да? Маленькая. Вот она, красавица. Побежала, побежала. Главное теперь на нее сейчас не наступить. Было бы очень неудобно. Открываем погреб. А в погребе вот такой вот. Вот эту штуку надо поднимать. И там спускаться вниз. Тут что есть? Есть два заброшенных дома. Один, в который я лазила уже не знаю сколько лет подряд. Вот, ну тут, если вы посмотрите, да? А вы посмотрите, то эта трава выше, чем я, понимаете? Выше, чем я. Я в нее не полезу.
Тут вот был. Да, видите? Кусок заброшенного дома торчит. Он нафиг весь оброс. Вообще. Совсем весь. Я не знаю, вот тут что-нибудь увидите. Походу еще обваливаться начал. Да, тут была терраса. Такая небольшая прихожка. Она обвалилась. Но мы туда не полезем. Далее. Это маленький летний домик. Был когда-то. Вот. Замочек, небось, висит. Да, замочек висит. Вот он. Какой замок. Он детский. Баня наших соседей, которые типа умерли. Вот. Домик такой. Надеюсь, сейчас никто не выйдет. Ну, не из этого дома, а с соседнего. Вот тут, короче, жила тетя Таня и Анна Егоровна. Вот. У Анны Егоровны был попугай, который оказался девочкой. Попугай Ара. Вот. И, короче, я сюда ходила. Тусовались. Хочу снять вам стрекозу. Они тут летают вообще везде. Но камер не захватывает. Вот черноплодочка растет. Ящерки бегают. Черноплодка. Я их жарю немножко нехорошо. Понравилась ли вам прыткая ящерица? Пишите об этом в комментариях. Обязательно. Ну вот, в общем, такая небольшая прогулка по деревне. На большее меня сейчас явно не хватит, потому что мы сегодня снимали еще одну часть клипа. Типа мы наснимали два образа в разных локациях. Но это было довольно долго. У нас много плохого материала. Поэтому, ну, посмотрим, что мы можем из этого сделать. И, наверное, что-нибудь сделаем. Ну ладно, в общем, на этом все. Не хочу вас больше смущать своим присутствием. Хотя, кого я смущаю, вы же сами пришли на мой канал. Вот, давайте тогда с вами прощаться до следующего видео. Надеюсь, вы не отпишетесь от меня. Очень надеюсь. Вот. Фух. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.